который год Новокоград Кольцово входит в тройку лучших Новокоградов России. Об успехах и перспективах развития мы поговорим с мэром Новокограда Николаем Красниковым. Николай Георгиевич, Новокоград Кольцово, который год входит в тройку лучших Новокоградов России, по каким критериям оценивается деятельность Новокограда? Ну, тройка – это этот пьедестал, конечно, условный, но мы гордимся тем, что действительно по основным критериям, которые мониторит Министерство образования, это и рост производственного комплекса, его продукции, не сокращение доли научных сотрудников, ну и вообще общее комплексное развитие городка радует и нас, отражается в неком табеле о ранге, поэтому мы действительно неплохо выглядим на карте Новокоградной России. Николай Григорьевич, в прошлом месяце команда Новокограда Кольцова приняла участие в треке «Интенсив Архипелаг 21-21». Расскажите о самом проекте и что презентовали? Ну, впервые за вот уже достаточно многолетнюю историю развития Новокоградов на таком интенсиве собрались и все Новокограды, и атомные города с целью как раз анализа ситуации в таких научных городах с научным особым потенциалом. И целью была команд городов проанализировать свои стратегии развития, их актуализировать, ну и сформировать некий запрос к федеральному правительству по поводу дальнейшего развития целой категории городов. И поэтому действительно велась интересная работа и в группах городских, и в сквозных группах по направлениям образования, власти, городской среды. И надо сказать, что Новосибирская область уникально выглядела на этом интенсиве, поскольку очень тщательно подготовилась. И кольцовская команда была из 7 человек, и примерно такой же численности была команда Академгородка, впервые приглашенная, не имеющая статуса, но по сути являющаяся Наукоградом, хотя и часть города Новосибирска, они тоже активно работали вместе с нами. Ну и самое интересное, что и руководство области тоже проявило интерес и было такой третьей командой во главе с губернатором, который дважды приезжал на этот интенсив и участвовал в заключительной экспертной сессии. Так что это был такой поиск солидарных решений по развитию Новокоградного движения и, в частности, актуализации стратегии каждого города отдельно. Вы какой-то опыт увидели интересный в плане перспективы реализации его в Новокограде? Ну, Кольцово. Для Кольцова задача была нетрудной, потому что мы одни из немногих, кто одним из первых утвердил стратегию до 34 года развития и потом ее актуализировал после того, как мы недавно получили новое крыло развития, еще одну перспективу, связанную со СКИФом, и поэтому мы уже вносили корректировки в эту стратегию. Но, тем не менее, вот опыт такого горизонтального общения со своими коллегами, в том числе и некоторыми закрытыми городами атомными, имеющими статус закрытого территориального образования, был достаточно любопытный. И поэтому мы, конечно же, там и вместе анализировали ситуацию и обсуждали общие заходы. Для нас, например, было интересно некоторый опыт развития системы образования. Мы сейчас тоже много уделяем вот этой части нашей работы, которая формирует среду во многом нашего Новокограда. И поэтому вот и участие в проекте школы Академии наук и во многих других начинаниях нам было любопытно. Там такие своеобразные коллаборации образовывались по ряду городов, по направлению «Умный город» был интересный опыт. Вот, городская среда, самый разный опыт участвовал, но важно, что мы за эти дни вышли на понимание, что сейчас важным Новокоградам просить не просто какие-то денежки, которые не могут решить проблем комплексного развития. Вот во многом наш опыт был Кольцово услышан, и я как руководитель вот такой сквозной группы Новокоградов как раз потом докладывался на заключительном заседании, и мы выразили несколько приоритетов сформированных запросов к власти. Один из них – это такое приоритетное активное участие Новокоградов в федеральных программах, национальных проектах,
А непосредственно наукоградная денежка должна быть увеличена, но она пойдет на чисто наукоградные проблемы, на поддержку одаренной молодежи, на поддержку молодых ученых, специалистов, на некоторые инфраструктурности, связанные как раз вот с особенностями Наукограда. На архипелаге вы выступили с инициативой заключения трехстороннего соглашения между правительством Российской Федерации, губернатором Новосибирской области и Наукоградом Кольцово. В чем суть этого соглашения и что это может дать Наукограду? Ну, вы знаете, вот опыт Кольцова как раз и прозвучал в той части, что мы одни в Новосибирской области, и есть такая серьезная практика, достаточно эффективное взаимодействие всех уровней власти. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. И мы предложили вот как раз вернуть практику заключения таких соглашений. У каждого есть свой перечень некоторых объектов и тех мер, которые нужно реализовать для вот, продвижения стратегии того или иного города. И мы вместе с областью, а мы ее поддержку всегда комплексно и последовательно ощущали, мы выразили готовность заключить такое соглашение, как и впредь, о продвижении мероприятий, связанных с реализацией нашей стратегии. Это было тоже с пониманием встречено нашими коллегами. Они в некотором смысле завидуют таким хорошим партнерским активным отношениям с уездной федерации, но в Москве их больше, 8-9 наукоградов, поэтому там сложнее бороться за внимание области. Но, тем не менее, вот практика эта, безусловно, полезна, потому что она дает возможность разделить и полномочия, и объединить средства разных уровней власти для того, чтобы по-настоящему выполнить мероприятия, вот, которые должны обеспечить стратегическое развитие того или иного наукограда. Это как пилотный проект, да, который потом будет реализовываться и другими наукоградами? Да, мы там прозвучали как пилотный, даже хотели на технопроме, который буквально почти сразу после архипелага через 2 недели состоялся у нас в Новосибирске, даже хотели подписать это соглашение. Для нас оно еще связано с тем, что ряд таких особенностей проектов мы должны сделать навстречу нашему СКИФу, но по известным причинам, уходя от спешки согласования с федеральными органами власти, нам очень важно, чтобы каждый уровень очень ответственно к этому подошел и действительно согласовал. Да, вот. Поэтому договорились, что в ближайшие 2 месяца этот перечень объектов и предмет соглашения будет доработан, и такое соглашение мы подпишем. Главное, что желание его подписать и выразил наш губернатор, и мы. Ну и есть федеральное понимание, что для Кольцова, по крайней мере, этот проект обязательно нужен, будет хороший механизм, поскольку есть вот необходимость совершить определенный набор шагов навстречу нашему мегапроекту СКИФ. Николай Григорьевич, как вы оцениваете результаты прошедшего на прошлой неделе форума «Технопром»? Ну, это действительно очень важно для Новосибирской области и в целом России форум, как смотр нашей общей активности, тем более с активным участием нашего региона. Но изюминка этого технопрома, мне кажется, было и особое открытие мегапроекта СКИФ. Он впрямую касался нашего Наукограда, и приятно, что на это событие и вице-премьер Чернышенко, и министр Фальков, и губернатор Андрей Александрович Травников был, и Жуков Александр Дмитриевич наш приезжал, и они открывали начало строительного процесса, очень важного для нас, такого главного проекта России в этом году. И приятно, что на него съехались еще и наши коллеги Наукограда, для того, чтобы в рамках технопрома еще и продолжить вот начатый стратегический разговор на архипелаге. И поэтому мы, конечно, были в центре внимания. Целый день провели в Кольцово, ознакомили наших коллег еще и с наработками вектора, с производством нашей вакцины, с развитием социальной инфраструктуры и других объектов Кольцова. Ну и, конечно же, на следующий день активно вели вот стратегическую сессию по развитию наукоградного движения, как бы итоги архипелага рассматривали, тем более это было в преддверии комиссии Госсовета, которую руководит наш губернатор Андрей Александрович Странников. И приятно, что здесь мы как итоговые свои
требования сформулировали, и я выступал, и коллеги, и как раз вот попытка взглянуть на новое развитие Наукограда на новом этапе комплексно, она увенчалась, на мой взгляд, пока предварительным успехом. На этой комиссии принято решение одну из подпрограмм, обсуждаемой сейчас и в стадии подготовки находящейся программы развития, технологического развития России, сделать подпрограммы развития Наукоградов. Они выделены в отдельную категорию, и есть надежда, что наши общие чаяния будут услышать, а это и пространственное развитие не хватает земли, это и вот служебное и арендное жилье для закрепления специалистов, ну и, конечно же, вот приоритетное участие Наукоградов в разных федеральных и региональных программах. Виктор Юрьевич, как реализация проекта СКИФ повлияет на развитие инфраструктуры Кольцова? И, возможно, это будет дополнительным каким-то драйвером именно вот, создания той оси Академгородок Кольцова. Ну, этот проект действительно локомотивный проект для Академгородка 2.0, для нашей программы и для Кольцова. Мы это уже почувствовали сейчас. Это он вытягивает тут и активное дорожное строительство в нашем направлении, в разных, и расширение коммуникации с Академгородком, и обходы, приход на площадку с Первомайского района, и непосредственно связь с зоной Академпарка. Это совершенно необходимо для дальнейшего. Это решение многих инженерных задач на этом проекта. Ну и, конечно, развитие социальной инфраструктуры, которая должна разворачиваться для будущих пользователей этой суперинструментальной установки. Поэтому на очереди у нас уже и проектирование, и с инвесторами мы ведем такие разговоры о строительстве большого современного гостиничного развлекательного комплекса. И уже в проекте большой конгресс-холл или дом ученых, который тоже необходим для того, чтобы этот проект по-настоящему имел возможности и собирать гостей, собирать со всего мира ученых и на симпозиумы, и на обсуждения, и к этому мы тоже готовимся. Это, конечно же, и создание условий городской комфортной среды для и гостей, и для развития нашего в целом научного центра, поэтому появится и масса дополнительных еще проектов благоустройства, преобразования общественных пространств, лесопарковых зон, конечно, строительство школ, садиков, медицинских учреждений даже на вырост с учетом и этого проекта. Рады, что в этом году мы только сдаем Ледовый дворец и лихотинский манеж с большими игровыми площадками, мини-футбола, баскетбола, волейбола. Это все для того, чтобы была создана еще достаточно уникальная гармоничная инфраструктура, социальная, за которую было бы не стыдно перед нашими гостями со всего мира. Поэтому вот СКИФ задает еще высокую планку как раз вот по многим вопросам. И не случайно он затрагивает интересы не только Кольцова, но и Академпарка. И не случайно в рамках подготовки к этому проекту мы вышли на понимание своего нового пространственного развития. Вот та самая ось, о которой вы спросили, она действительно, инновационная ось между Кольцовой и Академгородком, должна получить особое звучание, особое развитие в ближайшие годы. Не случайно мы об этом говорили в рамках стратегического подхода и на Архипелаге, и на Технопроме, и она витает как механизм разрешения. Поэтому мы можем сказать, что сейчас инициатива про смарт-сити со стороны города есть вполне определенная, мы ее поддерживаем, но она хорошо корреспондируется с другим нашим предложением, как раз посередине трассы Академгородок Кольцова развить еще и со стороны Кольцова особую зону внедрения, где к добавлению к деловой зоне Smart City Новосибирск могла бы добавиться такая мощная зона внедрения для посадки проектов Сарана, проектов Академпарка, нашего биотехнопарка, возможно, с каким-то тоже социальным, специальным проектом жилья для ученых и специалистов. И это все должно дополнять друг друга. Кроме того, в хорошем темпе в ближайшее время должен появиться еще и СКИФ-городок. Мы его уже понимаем
как он должен сопутствовать основной площадке, потому что там должен появиться еще и студенческий небольшой. Но он проектировался уже изначально, когда со Скифом вместе, или это ваша инициатива уже? Да, но мы же не сами проектируем, мы как раз в тесном контакте с учеными Академии городка, академиком Бухтияровым, академиком Мигачевым, которые инициировали этот проект, Институт ядерной физики, катализа. И, безусловно, вот в консультациях с ними и используя европейский и мировой опыт, мы понимаем, как этот центр притяжения должен быть обставлен и обустроен. Поэтому не случайно сейчас разрабатываем и мастер-класс объединенный со смарт-сити, еще и Скиф городка. Это будет определенный деловой центр активности, потому что очень много активности нам из Академгородка притянет в Кольцово, ближе к площадке Скиф, вот этот большой мегапроект. Так что мы входим в такую зону взаимодействия, когда научная активность будет как атом вот под этой орбите особой перемещаться. Мы даже в архипелаге придумали такой визуальный красивый образ, назвали его биоатомная орбиталь. Это такая вот гантеля или два круга активности, соединенные этой самой инновационной осью Академгородка Кольцова. И здесь уже, не делясь, кто где располагается, ученые будут как раз и активно пользоваться этим уникальным инструментарием четвертого поколения. Как раз вот источник фотонов у нас будет практически в своей зоне самый мощный. И, конечно же, мы надеемся, что он добавит зрение ученым самых разных профессий. Михаил Юрьевич, в Новосибирской области накоплен огромный пласт научных и фундаментальных, и прикладных разработок. Но вот внедрение идет крайне слабо. Создание вот этой оси внедрения, это вот решит эту задачу? Или, может быть, у вас какие-то есть на сегодня алгоритмы гораздо более близкой перспективе? Потому что все-таки там развитие идет до 35-го года. Не, ну, в Кольцово как раз всегда мы были озабочены тем, чтобы цепочку вот от фундаментальной идеи, которая рождается на векторе в лаборатории, довести до коммерциализированной продукции. И мы не случайно получали статус Наукограда благодаря не только вектору, но и созданному вокруг него научно-производственному комплексу. И тут мы продолжаем это развитие. 492 компании средних и малых работают зарегистрированы в Кольцово. 650 разных предпринимателей. Мы тоже эту зону вот, активности активно поддерживаем. Активно развивается, в том числе и в ковидный год, наш научно-производственный комплекс, скажем, «Вектор Бест» удвоил просто без того не слабо в 4,5 миллиарда оборотов вот, свой производственный, что называется, багаж, почти до 10 его доводит. Все это на вырост. Вектор Биальгам сейчас в миллионных дозах развивает вакцину. Да, Катрен набирает. В общем, мы заметно прибавили. До 40% выросла инновационная продукция научно-производственного комплекса в последний год. Поэтому эта зона внедрения нас и беспокоит. То, о чем я говорил, вот как раз примыкание не только к деловой части смарт-сити, но и специальной зоны внедрения, где бы могли располагаться наукоемкие производства. Именно для них не хватает места, скажем, для нашего биотехнопарка, нашего биофарм-кластера, вот, ассоциации биофарм-предприятий. Их может быть еще больше, или они могут быть притянуты, пользуясь тем, что рядом такой могучий инструмент, как СКИФ, где фундаментальная наука будет тоже получать ускорение. Безусловно, вот такая зона внедрения для посадки проектов Сарана, проектов Академпарка, его резидентов, безусловно, нужна. И это, конечно, серьезно повлияет на общую атмосферу и нашего Кольцова. Мы понимаем, как много активности мы будем перемещать вместе и развивать с Академгородком. Поэтому вот очень важно, чтобы здесь не потерять и лицо Наукограда, его дух, образ, чтобы из маленького городка безболезненно перейти в городок с удвоенным населением. По плану мы до 44 000 должны по генплану развиться. Это нас не пугает, потому что мы все время ищем баланс. Ищем баланс между гармоничной средой обитания и вот созданием научных новых рабочих мест, над развитием нашего научно-производственного комплекса. И именно вот эта вот гармония генеральной линии была все эти годы.
на поддержку нашего научно-производственного комплекса, нашего «Вектора». То есть сейчас двух крыльев, а «Вектор», как был и остается нашим могучим традиционным крылом, он стал тоже центром геномных исследований мирового уровня, но появляется еще и «СКИФ», и поэтому мы устойчиво и уверенно летим в будущее, но, безусловно, цепочка остается той же. Фундаментальные исследования, «Вектор», «СКИФ» усиливает, и вот та зона внедрения, которой мы занимаемся в рамках кластера «Биофарм», сложившегося у нас, вот кооперации с большим могучим научным хозяйством Академгородка, Сарана. И я думаю, что в этом основа нашего будущего успеха. Спасибо, Николай Григорьевич. Вперед.